Сегодня я понял, какое будущее меня ждет. В этой компании невозможно достичь высот. И пусть кто-то там считает, что любой может добиться успеха, я для себя уже давно решил. Сидеть на попе ровно и делать только то, что скажут. Вот что у меня получается лучше всего, а не выжимать максимум из тех возможностей, что мне даны. Оставим это для неудачников. Нужно все делать на отвали. Я не согласен с теми, кто говорит, что каждый должен брать на себя больше ответственности. Сегодня я считаю, что работать только ради денег – это единственное, что меня интересует. И никак не быть лидером и предпринимателем. Мы сами выбираем свое будущее. Кто мог ляпнуть такую глупость? Один человек слишком мал, чтобы хоть что-то изменить. Один человек слишком мал, чтобы хоть что-то изменить. Кто мог ляпнуть такую глупость? Мы сами выбираем свое будущее. Быть лидером и предпринимателем – это единственное, что меня интересует, и никак не работать только ради денег. Сегодня я считаю, что каждый должен брать на себя больше ответственности. Я не согласен с теми, кто говорит, что нужно все делать на отвали. Оставим это для неудачников. Выжимать максимум из тех возможностей, что мне даны. Вот что у меня получается лучше всего, а не сидеть на попе ровно и делать только то, что скажут. Я для себя уже давно решил, любой может добиться успеха, и пусть кто-то там считает, что в этой компании невозможно достичь высот, сегодня я понял, какое будущее меня ждет. Мы живем в одном мире, но смотрим на него по-разному. Вверх или вниз.